Всех приветствую, ребята, продолжаем наше прохождение. Так, в общем, я тут слетел с горки уже немножко, прям в самой малости. Вот тут всякая живность бродит, можно этой живности весело навалять. И потом уже придумать, чем себя задачить. Так, с этими закончили, там он еще один впереди остался. Тут вот сейчас еще все соберем. Раз уж я тут нашел что-то. Тарелку не взять, не взять. Так, что, меня уже заметили? Опа, тролль. В качестве разминки можно его замочить. Одному, конечно, нелегко это будет сделать. Так, какое у меня вооружение для этого есть? Есть дробовик, есть... Так... Тук, 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 тук. Может, я к нему подкрасться смогу, чтобы немножко больше урон нанести для начала. А, и надо мне подлечиться все-таки, а то я куда пойду такой. Тихо, тихо, тихо. Так, друг, ты меня не видишь. Конечно, вон тот товарищ меня может спалить, как нифиг делать. Йо. Если имба способность заюзать. Я-то ее заюзал. Сильно мне как-то сраляло. Ну, прикольно так. Порезвились немного. Завалили этого товарища. Все, не могу заставить себя проходить игру, занимаюсь разного рода бездельем. Из отряда хожу, выпиливаю монстров. Ладно, что у нас тут? Журнал. Тексты. Ага, ага. Так. Обеспокоенный стражник. Мне сообщили, что у Асгара какие-то проблемы с моим сыном. Давайте сделаем это. Обеспокоенного стражника. Правда, я сейчас телепортнусь, на меня там опять, наверное,
напрыгнут все, кому не лень, с кучей заданий. Командор, начинаю отчет. Опять? В чем дело? Андроид Фальк собирается атаковать позиции скиандов в Мараркоре. Да ёб твою мать. Откуда ты знаешь? Андроид Фальк поделился информацией. Вы поддерживаете радиосвязь? Подтверждаю. Двусторонняя коммуникация признана взаимовыгодной. Инициализация протоколов общего ДОС. Ясно, все понял. Передай Фальку, чтобы кончал дурью маяться и двигал ко мне. Ответ отрицательный. Андроид Фальк заранее прервал общение, основываясь на предположении, что вы отреагируете именно так. Да ладно. Ну хорошо. Последнее местоположение андроида Фалька может быть загружено на адъютор командора. Так загрузи его, твою мать. Что он там вообще себе думает? Есть у меня паршивое подозрение, что зачем-то он решил пожертвовать собой ради меня. Надо его остановить, пока он не сделал какую-то большую глупость. Режим ожидания. Фальшивая услуга. Угу. Окей. Ну, давайте сделаем ее. Хера себе ты. Ох, вот зря я там телепорт не нашел-то. Так, мне, наверное, все-таки понадобится твоя помощь тогда там в виде еще одного ствола. Пока ты не ушел, я хотела сказать, я за тебя волновалась. Да, с этими отключками, правда, надо что-то делать. Займу. Возьмем Кайл, раз она под руку попалась. Так, ближайший телепорт у нас вот здесь. Давайте отсюда тогда пойдем. Путь не близкий, конечно. Еще даже возьмем, что абсолютно замечательно, конечно же. Альба. Еще один альб мертвый. Может, Декса лучше было в форт отправить, а не оставлять с Докинзом. Он все-таки еще недавно был нашим главным врагом. Старик меня не беспокоит. Ты только посмотри на то, что он для нас делает. Его желание помочь людям выглядит искренним. И в форте сейчас небезопасно. Слишком часто стали нападения. Какое-то беспокойство в воздухе витает. Мне кажется, правильнее, чтобы он был рядом. Приметил я вот это здание издалека. Рябчик тут ходит. Не вышло. Конечно, не вышло.
наугад. Легко и просто. Обычная рубаха клирика. Сигареты, модификатор на стойкость. Чеснок. Мед. Вентилятор. Железную руду вырастили, молодцы, хороший посев. Вообще бы я по костер не отказался найти, чтобы мясо крысы пожарить. Так, ну, ладно, как мне идти туда? Ну, примерно можно, да, фактически тут напрямую вот идти. Давайте до вышки этой дойдем. На вышке взлетим, а там даже можно с нее будет сигануть. Стреляй! Молодец. О, телепорт нашли. Чудом залез. Я уже думал, там куда сейчас падать буду. Ракеты, стрелы. 20 штук стрел, да? 20, хорошо. Так, вот я думаю, к тому заборчику полетим. Там еще какая-то ерунда. Я почти жалею, что не живу здесь. Здесь? Ты чё, женщина? Здесь жить невозможно. Суеты немного. Никто мог подумать, что нам так скоро придется в эту локацию возвращаться. Я думал, она там вообще чуть ли не финальная. А тут вот что удумали. Перчик. Очевидно, у людей раньше было много серьезных технологий. И не говори, подругам. Так, это трупешник. Что еще у нас тут? Очень большая сумка. Нож. Все это забираем, подбираем. Здесь ничего. Опа. Эликсовое питье. Куриная ножка. И супец. Вилка. Не знаю, как суп они это вилка хотели есть, но все же. Так, что это у нас? Очко характеристик. Давайте сумки пооткрываем. У нас там тогда уже аж 10к наберется. Так-так. Ой, не набралось, ничего себе. Ну ладно. Может, в сейфе мы наберем? Посмотрим, что у нас тут. Thank you.
Так, а чё? А, девятку я не угадал еще. Вот, да. То я думаю, что? Готово. Да, набрали только старыми деньгами. Хорошо. И чё? Полетная бумага. Берем. Здесь второго уровня никого нету. А где противники? У меня точно в этой локации не было раньше. Так, вот этот замечательный блеск я вижу издалека. Тут меня не обманешь. Может, это какая-то там квестовая локация? Копёздочка, берем. Неужели даже карты здесь нету? Жаль, однако. О, еще один телепорт нашли. Боевой арбалет. У нас теперь их два. Можно, видимо, ёба арбалет сделать. Я же вроде не улучшал его, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Неплохо. Да все еще здесь-ка не собрали, что такое-то. Так, 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 так. Поврежденный арбалет. А, нет, у нас он один. Это арбалет Громилы у нас. Понятно. Ладно. Че уж. Будем драться бок о бок. Мы уже деремся с тобой бок о бок. Ого. Кстати, как локация называется? Чуть не обратил внимания на имя телепорта. Запад Маракора. Давайте вот эти домишки исследуем. Да, поспешим балбеса Фалька спасать. Что это такое? Курицу ели эту. Тут что-то особо ничего интересного. Тут дом даже не зайти, если быть точным. Опа, и дрон здесь лежит еще до кучи. Великан, тихо. Ну я бы, может, спустился в этот домик. Нечего там делать, это просто контейнер, к тому же закрытый. Так, а в этом доме я не был. Давайте к нему пройдем. Ага, ничего там нету. Ну, мясо вижу. Причем они по отдельности лежат. Я думал, это как что-то одно, но, блин, разное оказалось. Забавно.
Не знаю, слышно ли этот стук с улицы, там кто-то что-то строит. Горми достаю. О, жертвенный кинжал. Ритуальный, точнее. Есть у меня чувство, что мы не просто так сделали. Может, когда-нибудь я узнаю об этом. Вон я его уже тут в капездочку порубил. Еще один ящероид. Опа, промазал. Еще раз промазал. Вот тебе везет, подруг, а. Берегись! Давайте припьем немного этого чудо-напитка на стойкость. Угу. Спать мы не будем. Нет, зачем здесь спать? Ага, вот все-таки есть вход здесь. Опять это ракетное топливо, которое мне уже нафиг не нужно. Зато вот, блядь, старый котелок. Клейкая лента. Можно будет одеть котелок на голову и примотать его лентой. Попутно запивая это водой. Готово. Ладно, пойдет. Все, больше ничего не привлекает моего внимания тут. Ломчик, аптечки, автомобили. Автомобиль. Ага, здесь не залезть на второй этаж. Я этим займусь. Давай вместе его магией. Ебать, мы с тобой колдуны, конечно. Какого черта древние себе там думали? Плазменные ячейки, так, лежалище, золотая руда, тут это бумага. И давайте сундук взломаем. С простым замком, шлеп-шлеп, готово. Вот, теперь точно готово. Thank you.
чего-то. Самонага, тарелки. Все, что ли? О, какая локация-то маленькая. Окей, я и не против. Все, доисследовали тут все. Давайте тоже сюда черепок бахнем. Ничего интересного мы тут, конечно, не нашли. Жареное мясо. Уже прожарили мне этого товарища. Как любезно с вашей стороны. О, темные очки и стрелы еще. Ой-ой. Товарищ Гинократ, получайте. Сколько до следующего уровня? Ну вот уже скоро, 39-й. Жесть, мы раскачаны, конечно. Так, ну, на взлет. И здесь где-нибудь приземлимся. Тыщ-тыщ. О, вот это мы удачно зашли в гору мусора. Тут нам и камень маны, и зелье. Еще один ритуальный нож. Вот это находка за находкой. Всякие мушки мелкие тут летают. Да, живности тут хоть отбавляй, конечно. Чили. Отлично. Ломчик. Хиридий. Ложечка. Так, тут, пацаны, не нападайте, подождите. Не бейте, я кое-что попробую. Понятно, здесь интересного нету. Осторожно! Прям в самом тылу действуем. На передовой. Сейчас. Так, значит, сложный замок, да? А, да, надо картридж поменять, я же сложные замки просто так взламывать не умею.
Поехали. Не вышло. Так, значит, эти три потом идут. Классно. Раз, раз. Не вышло. Сука. Не вышло. Блин, рано. Одну не дожал. Еще одну вроде надо. Да. Все. Ух. Ну, надеюсь, оно того стоило. Нет, конечно, ни хера, но этого не стоило. Все хуй-то полно. Так, верните мне тогда мой картридж на ловкость назад. О, плюс 10 ловкости, давайте лучше его. Поэтому, да, ловкость у меня достаточно высокий показатель. Это хорошо. Это прекрасно. Отвали от меня. Стал я с вами тут уже бороться. Оно еще здесь простоит. Так, качаем интеллект.
Долго там еще до Фалька-то идти? Мы почти пришли. Нож. Патроны для дробовика. Ага, сейф. Давайте посмотрим, что в нем. Вообще все неправильно. Готово. Золотая руда. Пусть будет. Энергетик. Там мы все обобрали. Сюда не зайти. Все заросло. Тормозной картридж. Обожаю поштучно их собирать. М-да. Ну, здравствуй, балбесная башка. Привет. Джакс, как ты меня нашел? Ах да, твой дрон. Что ты тут делаешь? Ты хотел получить доказательства моей преданности и благонадежности, верно? Как лучше их продемонстрировать, как не вступить в бой против пришельцев? Чепуха. Не трать время зря. Если попортишь свои детали в бессмысленном одиночном бою, пользы от тебя мне не будет никакой. Но ты сказал... Для искусственного интеллекта ты иногда очень тупой. Да. Слушай, ты можешь делать, что хочешь, но... У меня еще много работы. И мне нужна твоя помощь. Но я тебя подвел. Я тебя разозлил. Злость — типичный результат всех моих недавних действий. Чепуха. И я тебе объясню, почему. Ты несовершенен. А кто совершенен? Но даже если ты совершил ошибку, мы между собой все решим. Пусть ты не человек, но ты такой же ценный член общества, как и любой другой. Это само по себе огромное достижение для машины. Мы с тобой давно друг друга знаем. И ты мне близок. Ты мой друг. Так что давай просто забудем о том, что было, и свалим отсюда к чертовой матери. Если это правда, я вынужден согласиться. Но есть одно условие. Выкладывай. Если я еще раз скажу, что хочу продолжить попытки стать человеком... Да? Возьми большой тяжелый металлический предмет и разбей мою перегоревшую голову, ладно? Хм, а идея хороша. Я ее запомню. Да, пожалуйста. Неплохо. Все, что ли? Блин, просто прийти поговорить с ним. Как у тебя дела, Фальк? Превосходно. Работать с тобой — чрезвычайно интересный опыт. Ясно. Так, идем тогда заниматься делами нашего пиздюка. Че тут, кстати, сколько домиков вообще? Вот так их тут прям совсем мало. Можно, конечно, поисследовать, что-то понаходить тут.
Ах ты гнусь! Нихуя себе! Вот и все. Поврежденный меч капитана. Необычная, конечно, встреча. Че, никакой записки, ничего не будет, чтобы узнать, почему ты тут, тем более один. Интересно выходит. Собрали, болты взяли. Так, давайте на второй этаж это замечательное строение зайдем. Что-то я даже не успел прочитать, кого я обобрал. О, дневник. Кому это пришло в голову бросить мешок Эликса посреди дороги? Я взял его с собой, чтобы не попал не в те руки. Я слышал, что если принимать Эликс с небольшими дозами, он помогает расслабиться. Но я лучше не буду пачкать себе мозги перед охотой. Я пока положу Эликс в буфет. Я и 1000 раз говорил, мясо надо убирать немедленно. Как же мне надоело с ней спорить. В прошлый раз монстры подошли прямо к двери. Что? Неужели так сложно запомнить правила? Мне не нужно, чтобы... Мне нужно что-то, чтобы расслабиться. За эти несколько дней я не позволил себе ни на чем потерять терпение. Моя жена, конечно, всегда найдет на что пожаловаться, но мне было насрать. Ее дело сделать так, как я сказал. Немного Эликса ей не повредит, ей нужно успокоиться. Черт ее дери. Принята дневная доза Эликса. Гарантированное эффективное функционирование. Моя жена снова отказалась принимать свою дозу. Необходимо добыть новый запас Эликса как можно быстрее. Моя порция в ближайшие дни была уничтожена самым некорректным образом. Были приняты меры для устранения деструктивного элемента. А, видимо... Короче, тот чувак, типа, он, например, даже сидел на Эликсе. Вот, это его жена, и он ее, в общем, за это ёбнул. Понятно. Получится. Давайте попробуем туда спуститься.
Ну, в принципе, выжить там можно. Обожаю. Опять топливо, да уж я не знаю, штук 10 их, наверное, собрал. Странно, что вот этот вписался в битву за своих парней. Опять 25. То еще вся эта гадость сюда слетится. Так, ну, походу, я как бы здесь все разведал. В этом домике я был, а вот два, которые... Нет, вот эти меня интересуют. Они наверху, там я не был. Вот туда я еще схожу. Прям посередине здесь, конечно, нигде телепорта нет, к сожалению. Ну, так, ну. Три домика тут. Четыре. Пока вижу единственного врага. Что удивительно. А, здесь опасно. Очередная столовка. По образу и подобию. В какой-то момент она поймет, что я тот, кто ей нужен. Ей, наверное, все еще нужно немного времени, чтобы это осознать. Я хочу, чтобы она смотрела только на меня, больше ни на кого. Сегодня вечером она снова работает в баре. Я буду там. Она мне не хочет и 5 минут уделить. Сказала, что она занята и некогда со мной болтать. Там народу совсем не было. Может быть, ей не здоровилось. В следующий раз, когда она будет на работе, ей принесут цветы и шоколад. Женщины любят такие штуки. Наконец-то мне удалось ее поймать, когда она вышла с работы. Я просто хотел с ней немного поболтать, но она обозвала меня... стукнутым уродом и дебилом. Она думает, я за ней слежу. Как это жестоко звучит. Я пытался объяснить, что я просто хотел с ней поговорить как можно больше времени, и что она женщина моей мечты. Она скорчила рожу и сказала, что убьет меня, если я не оставлю ее в покое. Но я не сдамся. Я знаю, что мне поможет цветы, цветы и еще раз цветы. Ну, понятно. И вот она вся утыкана цветами, походу. Не вышло. Не вышло. Да блин.
Не вышло. Готово. Так, настойкость. Настойкость. Настоял такой. Так. Еще темный Эликс. Еще сундук. Не вышло. Да, бляха-мух. Готово. Немножко самоцветов. Кофе. Ничего нету тут. Ага, сейф. Давай сейф показывай, что у тебя тут. Неплохо, я угадал. Готово. Третьего этажа здесь нету, да? Угу. А там, там есть. И бака там ходит. Да бля. Берегись! Давайте с башни начнем. Ничего здесь нет интересного. Часики, часы. Ну и все, наконец-то закончили. Бля, бегемот. Но, конечно, я хочу плюс один к интеллекту. Без спора нет. Ну,
Хе-хе, наварю зелий. Так, ну и все, конечно, мелочевка там ходит, пусть себе спокойно. Сюда можно еще сходить, но я уже утомился от этой локации, если честно. И слышу, что на меня там готовятся напасть, но я не дамся, я уже съебался. Сварю сейчас себе быстренько. Вселенный интеллект. Так, это сила. Варим на силу. Так, и еще одну единичку интеллекта мне надо будет сделать. Ее можно, в принципе, с помощью этих очков обучения. 5 штук сварить. Так, очки обучения. А, очки характеристик, точнее. Так, отлично, интеллект у меня 85. Давайте сгоняем, сделаем последнее улучшение. И станем супер-альбом. В голове не укладывается, как можно здесь разгуливать. Без оружия, в смысле. Не могу отделаться от ощущения, что кто-то меня сейчас пристрелит в спину. Все. Готово. Вы наносите максимальный урон. Максимальнее некуда. Не дошли мы до задания «Обеспокоенный стражник», так что давайте сделаем это в следующей серии. На этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.